На этой неделе мы снимали сюжет об 11-летнем мальчике с аутистичным расстройством. Несмотря на заболевание, Тимофей Акимов интересуется жизнью города и следит за работой нашей редакции. Его мечта – побывать на телевидении. Сегодня она сбылась. С вами сидит прямой эфир. Итак, в прямом эфире. Первым делом Тимофей направился в студию записи новостей. Здесь он встретил одного из своих кумиров, ведущего «Вестника Северодвинска» Владимира Богомолова. 11-летний мальчик с аутистичным расстройством следит за российскими региональными и городскими новостями. Тимофею не было и года, когда начал называть по имени всех ведущих и журналистов нашей редакции. А летом прошлого года мальчик доказал маме свою любовь к телевидению на деле. У него же память замечательная. Я говорю, что он первый раз меня сюда привел. Чисто по адресу. Я даже не знала, куда он меня ведет. Вот он меня поставил перед дверью. Читай, смотри, КТРК Северодвинск, заходим. Я говорю, да к чему же, у нас даже пропуска нет, у нас никто не пустит. Еле его переубедила, что сюда нельзя. Как он сюда пришел, я не знаю. Как только Тимофей приходит из школы, сразу включает телевизор, смотрит только новости. Неудивительно, что читать текст по суфлеру получилось с первого раза. София, уникальные изделия работы завезли. Любовь не только. Тимофей знает не только всех ведущих и журналистов нашей редакции. Он изучил биографии президентов всех стран. Северодвинец самостоятельно ищет информацию о политике в интернете. Уходить из нашей редакции Тимофей не хотел. А подарку – кружки с логотипом ТРК – очень обрадовался.